Молодежь – это та социальная группа, которая балансирует на тонкой грани, разделяющей беззаботную юность и взрослую жизнь с ее грузом социальной ответственности. В зале многофункционального центра при Дворце культуры «Спартак» 11 августа состоялся круглый стол, организованный отделом по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования город Хасавюрт. Открывая мероприятие, присутствующий главный специалист отдела по делам молодежи и туризма Казбек Гойлубеев поздравил гостей с Международным днем молодежи и отметил необходимость продолжения работы по созданию и реализации проектов для объединения и сплочения молодежи города. Отдел по делам молодежи города Хасавюрт всегда, любое время рад, чтобы встретить вас у себя в кабинете. Вы должны приходить и требовать с нас, что вам нужно, вот что вы хотите реализовать в городе, или что, вот любое. И я надеюсь, что вы недовольными не уйдете с этого кабинета. Мы будем приложить все силы, так как и глава города дал такое, можно сказать, негласное распоряжение, сказал поддержать молодежь во всех направлениях. А что от вас требуется, не стесняться и приходить, искать и требовать с нас. В работе круглого стола также приняли участие заместитель председателя Общественной палаты муниципального образования город Хасавюрт Нажиула Абдулаев, представители школы блогеров Хасавюрта, участники молодежного объединения «Сухари», организатор благотворительных акций, активист волонтерского движения Хасавюрта Хабиб Насрулаев. В качестве почетного гостя собрания участие принял помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, председатель Дагестанского сообщества студентов МГИМО Хаджимурат Умаханов. В ходе мероприятия Нажиула Абдулаев поблагодарил всех представителей молодежи за активную гражданскую позицию. Отметил, что люди, присутствующие на круглом столе, это те ребята, которые очень громко заявили о себе, своих планах и взглядах на жизнь. В каждом городе должны быть такие активные ребята, которые являются лицом города, которые могут представлять внутри города в обществе и за ее пределами, потому что вас, в принципе, многие узнают и в городе, и за ее пределами. Ту работу, которую каждый из вас отдельно проводит, это большой, большой и огромный вклад. Вы делаете все вместе одно большое общее дело, это продвижение молодежной политики, молодежного дела в нашем городе. И поэтому я желаю вам всем дальнейших успехов, продолжать все больше и больше завоевывать аудиторию и завоевывать, как говорится, хорошие положительные оценки в обществе. Отделом по делам молодежи администрации регулярно проводятся общегородские культурные патриотические мероприятия с привлечением студенческой молодежи. Все это направлено на укрепление и развитие института молодежных общественных движений, через которые молодым людям легче реализовывать свои планы и идеи, отметил Гойлубиев. Хаджимурат Умаханов, проходящий обучение в данное время в Московском государственном институте международных отношений, поделился с активистами города опытом своей работы и предстоящими планами на посту председателя Дагестанского сообщества вуза. За короткий период удалось реализовать массу интересных проектов, которые были полезны для наших студентов, поделился Умаханов. У нас традиционно каждый год именно Дагестанским сообществом, при поддержке, конечно, разных других сообществ, мы проводим благотворительное мероприятие, очень крупное мероприятие. У нас выступают многие звезды, и все собранные деньги мы отправляем больным детям, именно которые проживают на территории республики. И нам потом присылают отчет, мы этот отчет выкладываем у себя на социальных сетях. В продолжение Хаджимурат отметил, что не остается в стороне и благотворительная деятельность среди наших участников. Стараются регулярно проводить встречи и дарить подарки детям, проходящим лечение в столичных онкологических центрах. В ходе работы круглого стола состоялся открытый диалог, в котором молодые ребята поделились опытом своей деятельности и рассказали о предстоящих планах. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».